Сотрудники Волжского спасательного центра МЧС России работают в Мордовии безостановочно вот уже 11 дней. В республику прибыли 6 числа, а уже на следующий день отправились в районы. Всего за эти дни было обработано 9 муниципалитетов и городской округ Саранск. С 7 по 17 июля 2020 года силами Волжского спасательного центра МЧС России, а также личного состава Главного управления МЧС России по республике Мордовия, было обработано более 200 объектов социальной значимости, почти 500 квадратных метров прилегающей территории и 372 километра дорог с твердым покрытием в республике Мордовия. Лямберский район – последний в списке на дезинфекцию. Спасатели к работе приступили рано утром. Начали с самого села. В Лямбере один мобильный комплекс поливал улицы, а другой обрабатывал здания снаружи. Были продезинфицированы все социальные объекты, в том числе школа. Специальными хлорсодержащими средствами обработали коридоры, классы, спортзал. Спасатели работают в ударном темпе, быстро и качественно выполняют свою работу. В период проведения дезинфекции специалисты МЧС России столкнулись с многими природными явлениями – сильной жарой, градом, ливнями, дождями и порывистым ветром. Но это не помешало выполнить им свою работу в полном объеме и заявленные сроки. В Лямбере также продезинфицировали почту, здание полиции, районы администрации, детскую школу искусств и другие объекты. 18 числа волжские спасатели покинут Мордовию и вернутся в пункт постоянной дислокации – в Самару. После небольшой передышки вновь двинутся в путь, защищать от инфекции другие регионы. Ирина Герасимова, Владимир Надькин, Народные новости, Лямберский район.